Всем приветик! Получили вот опять мы продуктовый набор. В этот раз она пришла вот в такой коробочке, с такой вот уже надписью. В прошлый раз была просто в пакете. Коробочка большая и, ну, естественно, тяжелая. Вот, сейчас мы посмотрим, что тут нам положили в этот раз. В этот раз конфетки даже есть. Вот такое вот наполнение коробочки. Конфеты. Написано ассорти. А в этот раз у нас уже сушки есть. Положили. Тоже сейчас где тут срок годности. Ну, срок годности вот 6 месяцев. А найти дату изготовления. Вот нашла. Вот она. 10.04. Как-то так. Вот сушки. Пачка печенья в этот раз. В тот раз в другое, другая немножечко была. Но я оставлю описание на прошлое видео с прошлым наборчиком. И кому интересно, можете посмотреть и сравнить, что было в том наборе, а что пришло в этом наборе. Дата изготовления тоже 16.04.20. Вот. Давайте вот пакет сахара опять. Пачка тоже 1 килограмм. Дата, видите, сгущенное молоко. Это, кстати, очень вкусное сгущенное молоко. Это наше местное, ставропольское. Я не знаю, мы его просто обожаем. Ну, по сравнению с Кореновкой, я не знаю, тоже. Вот это намного вкуснее, но это нам, на наш вкус. У каждого, конечно, вкусы разные. Сроки годности, вот вы видите. Срок хранения. Ну, да, вот 60 суток тоже указано. Вот такая сгущеночка. Небольшая, правда, но есть. Так. В этот раз уже у нас фасолька консервированная. Такая баночка. Фасоль у нас красная, да, получается, как-то тоже георгиевская. Но все, я так понимаю, это местного производства все у нас идет. Так, вот тут у нас срок годности. Вот. Все относительно достаточно свежее. Пряники. Извиняюсь за шелест. Пряники. Пряники мягкие. Такие медовые. Ой. Ну, срок годности я здесь не вижу, но он здесь по-любому. А вот, вот срок годности тоже. Срок хранения 90 суток. Вот такие прянички. Так, бутылка масла. Масло точно такое же, как и в прошлый раз. Тоже литровая. Макароны Макфа, кстати, тоже классные. Вот такие вот. Это вермишелька такая же, но это уже побольше, такой пакетик пообъемнее. Сколько тут килограмм? Вот он килограмм, и сроки годности тоже. Все хорошее. Так, и осталось у нас здесь. О, в этот раз у нас, смотрите, даже консерва мясная, говядина тушеная. Душеная, да. Вот такая вот. Во, килька у нас есть в томатном соусе. Так. Ну, тоже непонятно, честно говоря, дата выпуска или срок годности, что тут, я что-то не пойму. Ну, в общем, я вам даты показала, вот. И
Мука в этот раз намного больше. Ой, неудобно тут. Идет 2-килограммовая. В тот раз килограммчик был. В общем, вот такое вот у нас в этот раз запас продовольствия. Ну, между тем и этим, этой продукцией, набором, вернее, прошла где-то неделя. В общем, вот так вот. Ну, спасибо, и на этом будем кушать, и это хоть что-то, хоть какая-то помощь, это уже хорошо.